Всем привет, господа нажиманы. Герой сегодняшнего обзора вот такой вот пиджачный японец от компании SRM. Мне понравилось слово пиджачный. Я подцепил у одного комментатора в комментариях на Яндекс.Дзене, к слову сказать. У меня на Дзене есть канал. Поэтому переходите в описании, смотрите, читайте по ссылке. Ну почему японец? Вы это видите невооруженным глазом и без моих комментариев. А пиджачный, потому что очень легкий, очень компактный и очень тонкий. 90 мм длина клинка у ножа, общая длина 205 мм, весит он при этом всего лишь 83 грамма. Весит так мало, потому что ну здесь прям все утоншили, все что могли, все облегчили, все что могли. Лайнеры высверлены по максимуму, лайнеры очень не толстые, и при этом накладки из G10 тоже довольно таки тонкие. В моем случае накладки эти морковного цвета, любителем которого в последнее время я являюсь. Есть еще черные, есть еще цвета хаки. Все это настолько тонкое, что вот так вот можно все это согнуть. Привет, багаут, привет, багаут. Ну, на мой взгляд, сюда можно было бы вставить, и нужно было бы вставить боночку. Мы же все-таки не какие-то там бенчмейды, которые делают пластик, на котором еще и ставят клинки из недокаленной порошковой стали. S30V мы все-таки Sanrenmu, SRM, поэтому марочку надо держать. Вот так примерно все это тонкое изящество смотрится в сравнении со среднестатистическими складными ножами. Бенчмейду привет тут передают не только лайнеры и плашки, но и еще замок Axis Lock. Причем Axis здесь сделан исключительно тончайше и ювелирно. Посмотрите, как аккуратненько сделана миниатюрненькая насечка. Она на замке как бы есть, ты ее ну, видишь, и даже слегка вот именно что чувствуешь, и ее как бы нет. Ну и привет бенчмейду здесь передает, конечно же, механика. Причем нож на шайбах две второпластовые и две бронзовые. Но справедливости ради надо сказать, что из коробки механика была дерьмовейшая. Кто смотрел распаковку этих ножей, тот видел это. Я уже нож пересобрал, пересмазал, шайбы еще притерлись, я им хорошо поигрался. И вот стала вот такая вот прекрасная. В защиту бенчмейд скажу, что во всей этой феерии нажиманского счастья есть пару недостатков. Во-первых, пружины все-таки пожестче, чем на бенчах, но помягче, чем на вот ранних редакциях Ганза. А во-вторых, пружины так и рыжа. Это очень и очень плохо, поэтому я не удивляюсь отзыву, в котором человек сказал, что они довольно быстро сломались. Их по-хорошему забить бы какой-нибудь. Я смазал немножко смазкой, их по-хорошему забить хорошим вазелином, а еще лучше вообще сменить на нержавеющие. Это надо иметь в виду. Лайнеры разделены бэкспейсером. Бэкспейсер образует темлячное отверстие. И, как мне кажется, бэкспейсер очень к лицу как по форме, так и по цвету. К общему дизайну ножа, ну и конкретно к оранжевым накладкам рукояти. Бэкспейсер небольшой. Вот можно было бы, кстати, не ставить бомку, а продлить просто бэкспейсер вот сюда и сделать конструкцию глухой. И бэкспейсер, на мой взгляд, можно было бы развернуть в другую сторону, потому что в обратном хвате, ну так, немножко колется. Хотя можно просто вот так его взять, если что-то пробить. Но, тем не менее, в обратную сторону развернутый он был бы гораздо удобнее. Ну и клиночек, господа нажиманы, открыть который можно двумя способами. Ну вот так вот по бенчмейдовски, либо за шайбу. По бенчмейдовски сразу скажу удобнее и приятнее. Вот за шайбу мне что-то вообще не очень нравится открывать. Не могу я к ней привыкнуть, зато я определенно привык и быстро мне понравилась эта шайба вот в таком вот хвате. На нее очень хорошо ложится большой палец руки. Ну и так и да, клиночек, господа нажиманы, очень красивый. Очень классный, как по мне, тантует, который очень хорошо сочетается с формой рукояти. Из 8 хром 13 молибден ванадий он сделан здесь. Немножко ломовитый, 3 мм толщины. Сам он при этом не очень широкий, но сведенный в 0,5 по всей длине и в 0,6 на кончике танта. Казалось бы, нож не бритва, но я вам скажу, господа нажиманы, у этого ножа самый легкий, самый воздушный рез из тех ножей, которыми я резал в последнее время. А связано это больше не с геометрией, а с тем, что у нас две режущих плоскости, и практически в любой работе он режет ими двумя одновременно.
Ну, кроме того, что вот такая форма наделяет этот нож легкостью какой-то и воздушностью реза, как по мне, она еще наделяет его определенным преимуществом. Это возможность реза вот только вот этой плоскостью, вот таким вот образом. Ну, это вы видели, когда прекрасно, как хорошо и удобно таким образом, например, было отстругивать кусочки от линолеума. А еще этот нож, несмотря на всю толщину его рукояти, довольно-таки удобно использовать, потому что здесь рукоять простая, рукоять довольно эргономичная, как подслушал опять же у одного своего коллеги, эргономика палки. Хотя здесь справедливости ради надо сказать, что эргономика все-таки такой. Рейки. Но тем не менее, нож можно сжать, да, он не наполняет ладонь, но возможно она будет при длительном каком-то строгании уставать, но он не доставляет никаких болевых ощущений. Кстати, на ноже абсолютно не чувствуется клипса для его ношения. Причем клипса здесь, она очень похожа вот на, скажем, стандартные, да, китайские распространенные клипсы, но клипсы здесь такого оригинального своего дизайна. Она более тонкая, более изящная, у нее не такой большой подъем, но при этом она, несмотря на то, что достаточно упруга, она не очень жесткая. Поэтому на карманчик нож залетает легко, с карманчика снимается тоже легко, держится он там довольно-таки уверенно. Клипса причем односторонняя, но это вот, видимо, дизайнерское такое решение. Отшлифованный, кстати, очень так хорошо, но с заметной текстурой плашки. Но это, видимо, дизайнерское уже решение. Просто решили ничем не поганить внешний вид вот этой плашки. А могли бы сделать ее двухсторонней, тем более Axis Lock как бы подразумевает одинаково удобное использование как левшой и как правшой. Тем более, что при разборке на противоположном лайнере обнаружились такие отверстия под клипсу. Лайнеры, по всей видимости, как близнецы для одной и для второй стороны, изготовляются одинаковыми. Так что, кто захочет, тот может доработать. Но, как бы то ни было, нож в общем и целом получился довольно-таки качественным, очень приятным, не маленьких размеров, поэтому его смело можно рекомендовать всем тем, кто любит костюмные, легкие, компактные ножи, при этом хочет поиметь нож как можно большего размера и при этом не прочь и может быть даже очень неравнодушен к японской тематике. Такой вот ножик сегодня побывал у нас на канале. На этом у меня все. Всем пока.